Как же ярко светит солнце. Как же чудесны звезды по ночам. Их шепот проникает до самых глубин моего существа. Красота. Везде красота. Мир божественно прекрасен, и эта божественность ощутима не только в явном, видимом или слышимом. Мир пахнет. Его можно трогать. Он ощутим всеми чувствами. Его можно слушать не только ушами, видеть не только глазами. В чем ощущение этой божественности? В каждой капле росы, в каждом зеленом листочке, в каждой соте пчелиного воска, в улыбке, в движении облаков, в порыве ветра. Лики и личины Бога есть единое, великое целое. И для меня абсолютно естественно ощущать присутствие силы во всем вокруг. Я вижу звук, я слышу цвет, и грани между ними нет. Эта мыслеформа как раз о том, что сила божественности растворена во всем. И у человека есть возможность ощущать, если, конечно, он сам этого захочет. Пока живы, мы можем изменить свое восприятие и перестать тратить часы жизни на умирание вне божественного духа.